и я в нее бау. Вот это была самая сильная авария. У меня искривился перед, а у девушки не закрывался багажник. Уже я на свою машину и своей тупости потратила 45 тысяч, по 15 на страховку. Всем большой привет! Перед вами сейчас сидит человек, у которого было 6 аварий за 3 года, и сейчас я хотела бы поделиться с вами всеми этими ужасными, тупыми, нелепыми, страшнейшими случаями. На некоторые были такие легкие аварии, некоторые были очень серьезные и страшные, но все равно сразу хочу сказать, что все обошлось без жертв, и слава богу. То, что какой-то ущерб был с машиной, это, я считаю, не настолько страшно. Главное, что все живы-здоровы. Если именно какие-то травмы были бы у людей серьезные, я думаю, что я бы не снимала это видео. Но так как все по фану, я решила снять, почему нет, поделиться, рассказать, каково это столько аварий иметь за, блин, 3 года и продолжать садиться за руль каждый день, как ни в чем не бывало. Я решила разделить свое повествование на несколько частей. Первый, я расскажу вам про аварии, в которых была виновата не я. Затем расскажу о 3 авариях, таких милипусечках, в которых вообще минимальный ущерб. И затем оставлю самое ужасное, что со мной случалось, в которой была виновата я, на самый такой конец. Будет вишенка на тортике. Алена Веном написала мне в директ: «Карин, давай с тобой встретимся, прилетаю в Москву. Хочу познакомиться». Я офигела от радости, мне было так приятно, потому что я бы не рискнула ей написать, а сейчас мы вроде так хорошо общаемся, это очень приятно. Почему не рискнула? Потому что, когда ты еще не знаешь человека, ты боишься ему писать, когда у него настолько больше подписчиков, чем у тебя. Но Алена — это очень милый человечек, но об этом не будем говорить, будем говорить о страшной аварии, в которую я попала, когда ехала к ней. И вот я выехала из дома, чтобы поехать к девчонкам. А, точнее, знаете, я должна была сначала встретиться с подписчицей, которая выиграла конкурс, а потом уже поехать к Алене. Как-то вот так. В итоге я доехала и туда, но детали аварии давайте расскажу. Я только выехала, проехала буквально 3-4 минутки. Представим, что моя рука — это моя машина. Я еду по трамвайным линиям, где мне нельзя было ехать, так что можно сказать, что я виновата в этой аварии, но я не виновата в ней, потому что в меня врезались. Я не знаю, почему у этого человека не было глаз. В общем-то, я ехала по трамвайным линиям, а рядом ехали 2 мужчин на «Жигулях». Значит, мы едем, я еду тут, я еду прямо, а этому чуваку надо повернуть сюда. И, короче, ему вообще пофиг, я еду впереди него, он зачем-то поворачивает и врезается мне прямо вот в заднюю часть машины. Я такая: о май гад, что произошло? Я думала, у меня там какая-то сильнейшая вмятина, потому что такой был звук, бам, страшный. Я проезжаю где-то 10 метров, останавливаюсь, понимаю, что только что произошла авария, сдаю назад, а мы все выходим. Ненавижу этот процесс, особенно когда я за рулем, потому что я девушка, и все такие думают: девушка за рулем. Но мне кажется, что я здесь не виновата. Даже если вы сейчас будете писать, что я виновата, я считаю, что не виновата, потому что вас там не было, вы не видели аварию. Просто настолько повернуть и не посмотреть, я же была впереди, то есть он ударил мне в заднюю, то есть он должен был как-то увидеть меня, ну мне так кажется. Ущерба у меня почему-то никакого не было, да у него в принципе тоже не сильно. Ну да, потертости, небольшая вмятина. В итоге я позвонила папе, слава богу, он был дома, выехал быстро, до меня доехал, потому что я вообще ненавижу все эти разбирательства. Мне предложили эти 2 мужчины не вызывать никого, потому что я была не права, и типа у меня могут быть проблемы даже с тем, что я пересекла типа сплошную линию и начала ехать на трамвайных путях. Короче, очень сложно, приехал мой папа, и в этот день мы отдали этим мужчинам, по-моему, 15 тысяч рублей за то, чтобы они сделали себе ремонт на своих «Жигулях». Вот так потрясающе я умею тратить деньги, а вы? Ну и мы, собственно, разъехались. Я успела и туда, где-то на это потратила 20-30 минут. Конечно, я была в диком шоке. Я очень волновалась и переживала, что когда я приеду к Алене с Дашей, это ее подруга, в кафе, нам не о чем будет поговорить, именно как-то начать, знаете, разговор. А тут я такая: все, сейчас приеду, начну рассказывать, что со мной произошло, и там уже от этого пойдут разговоры. И так и произошло. Я приехала, все такая, рассказываю. Ну, я рада. Всегда мне очень тяжело всегда встречать новых людей, но я рада, что она мне написала. И после нее, кстати говоря, я сама перестала бояться писать разным блогерам, когда они приезжают в Москву, и стала общаться, и не бояться, и полюбила это все дело, так что обожаю. Теперь расскажу про аварию, в которой, ну, 100% виновата не я, потому что, ну, сейчас все сами поймете. Мы стояли с Оском на Новом Арбате, на парковке.
парковке, оплачивали парковку. Девушка перед нами стояла, она тоже оплачивала парковку. И потом, когда она туда вернулась в машину, вместо того, чтобы включить переднюю коробку передач, так же говорят, да, ну, короче, вместо того, чтобы поехать вперед, она дала назад, случайно, и достаточно сильно, и задела нас. Настолько сильно, что мы решили даже не отпускать ее. У меня немножко искривилась передняя часть машины, поэтому мы решили вызвать гаишников. Мы ждали гаишников, разумеется, полтора часа, хотя это была ночь, но в Арбат не было пробок, я не знаю, что они так долго ехали, потому что на Арбате ночью всегда стоят гаишники, они должны быстро приезжать. В итоге мне потом поменяли по страховке всю переднюю часть, но у меня страховка не полная, так что каждый раз, когда мне что-то делают, я должна заплатить 15 тысяч, и сверху, там, если ущерб на 200 тысяч, грубо говоря, мне все остальное оплачивает страховка. Я, кстати говоря, дважды отдавала свою машину на такую смену. Вот это был второй раз, а в первый раз я сама просто выезжала из парковки и врезалась в столб. И да, у меня немножко искривилось там все. Вот, то есть получается уже я на свою машину и своей тупости потратила 45 тысяч. По 15 на страховку, то, что мне заменили переднюю часть, господи, как она, бампер называется? Вот, и 15 тысяч тем мужчинам на исправление их Жигулей. Следующий три мини-аварии, я бы объединила все в одно, все три по одной и той же причине. Просто я залипла куда-то, либо в телефон, либо просто в какое-то место, либо в зеркало посмотрелась, я уже не помню. Так делать нельзя, я стараюсь быть всегда на стрёме, но когда ты в пробке, когда ты в очень медленном потоке едешь, ты постоянно на что-то отвлекаешься. Когда я еду быстро, я очень сосредоточена, но когда я медленно еду, мне хочется что-то, музыку переключить, что-то еще, и поэтому вот эта секунда, которая и... Пам! И мы поцеловались. Один раз это было в дождь, я, по-моему, переключала радио. Но это было настолько незаметно, что я бы даже не заметила, если бы он не встал и не вышел. Потому что, ну, действительно, практически как будто ничего не случилось. Мы вышли, поняли, что ущерба никакого нет. Но он такой сказал, типа, у меня слетел пассажир, так что мне за это будет штраф. Я такая, окей, я поняла, дала ему 2000 на руку. Просто чтобы он на меня не обижался. Потому что я понимаю, насколько это неприятно. И просто, я думаю, все остались счастливы, здоровы. После этого все хорошо. Второй раз это было на Кремлевской набережной. Мы были в дикой пробке. Я залезла, залипла в телефон, смотрела, по-моему, что-то в Инстаграме. Господи, простите меня, пожалуйста, за то, что я такая плохая водительница. Ужасно, я знаю. Но я записываю эти видосы не чтобы похвастаться, если что, просто чтобы рассказать вам, какая я иногда бываю. Мужчина был за рулем, вот. Но он сказал, что вроде он не видит ничего, зачем мешать потоку, что-то вызывать, давайте просто обменяемся номерами, я типа заеду куда-нибудь на шиномонтажку, мне оценят ущерб, я вам позвоню, вы мне просто переведете деньги, я такая, окей, обменялись номерами, он уехал, вечером пишет, я типа заехал в шиномонтажку, мне исправили, просто подтерли краску, у него там немножко содралась, типа 1500 рублей, я такая, ну ладно, кинула им эти 1500 рублей. И третий раз, это было буквально пару месяцев назад, в гололед зимой, я, мой брат Артём, двою родные. Вы, кстати, видели его в вопрос-ответе с моим братом Кареном, и Карен, он тоже был в машине, я была за рулем. А вот этот раз я была очень внимательна, гололед это отстойно. Я нажимаю на тормоза на светофоре заблаговременно, я ехала медленно, но моя машина просто меня не слушается. Она едет, скользит, падает, потому что была горка, и я врезаюсь в машину. Как только он увидел, что у него ничего с машиной нет, он такой, типа, 500 рублей, у меня слетел пассажир. Я, типа, за ним сейчас ехал. Мои братья, самое смешное, что начали сразу на него наезжать, типа, ты чё, у тебя нет ничего, чё мы должны тебе платить деньги? Я такая, Артём Карен, у меня есть 500 рублей, я ему дам, только чтобы это все уже закончилось. Итого 45-49 тысяч уже только на вот аварийные такие штучки я потратила. И последний, самый ужасный случай, я ехала на зачет. Конечно, когда у тебя зачет, ты хочешь как можно больше подготовиться заранее. Я люблю готовиться в машине, потому что я просто, у меня открыта какая-то бумажка или телефон, я еду, еду-еду вот так, поглядываю, посмотрела слово, ну, себя вспоминаю, учу слова, то есть, короче, английский у меня был, и поэтому мне нужно было учить слова. И, видимо, я заучилась сильно, девушка впереди меня ехала и решила пропустить пешеходного перехода. Решила пропустить пешехода, который шел по пешеходному переходу, то есть виновата 100% я, потому что несоблюдение дистанции, высокие скорости, хотя я ехала очень медленно, мне кажется, я ехала 50, и она останавливается резко, и я в нее, пау, вот это была самая сильная авария, после которой я была очень долго в шоке, у меня искривился перед немножечко, а у девушки
не закрывался багажник. То есть я настолько в нее въехала, что у нее появилась вмятина, и у нее не закрывался багажник. Страх, волнение, позор какой-то, наверное, даже, потому что, типа, ты не смогла остановиться. Я увидела, я затормаживала, но я просто не успела. То есть я вижу, что она тормозит, я начинаю тормозить, но у меня, видимо, скорость была немножко больше, или я поздно просто сообразила, и бам! На скорости, может быть, 20. А после этого я немножко боялась садиться за руль, но при этом я такая, типа, ну ладно, было и было. Проехали, и все нормально, планирую ездить всю свою жизнь. И мы оформились, позвали гаишников, ждали их тоже где-то 2 часа, но, слава богу, на зачет я успела, все хорошо сдала, просто последней зашла. И я вам сказала, что я дважды чинила машину вот по страховке. Первый раз это было не совсем после той аварии, где я врезалась в столб. То есть я врезалась в столб, и через буквально пару недель случилась вот эта авария. И после этой аварии уже я пошла чинить. Вот теперь вы все знаете, моя совесть чиста. И единственное, что хотела добавить, это, мне кажется, у вас теперь вопрос. Карина, а как ты продолжаешь садиться за руль и не бояться, если у тебя были аварии? А я могу сказать, что я сама не знаю. Но мне не страшно почему-то. Я больше пугаюсь, когда сажусь в самолет. У меня не было серьезного прям ничего. Пусть дальше этого не будет. Кстати, я пошла в автошколу в 16 лет, где-то меня мама отдала. Я не хотела водить. Я думала, что мне никогда не получится водить. И была так скептически к этому настроена. Но моя мама сказала: так, я вожу 20 лет, и ты будешь водить тоже с самого раннего возраста. Я такая: мам, я не хочу, я боюсь. Она мне сказала: нет, ты будешь. Короче, если бы не моя мама, я бы вряд ли пошла бы в эту автошколу, получила бы права, потому что мне было реально просто лень. А моя мама как толчок такой, вообще по жизни она меня толкает к очень многим вещам. Вот, и я за это благодарна. Когда мне исполнилось 18 лет, в сентябре, я пошла, значит, в декабре сдавать на права, сдала, и уже где-то в марте мне купили машину. Впоследствии кредит я уже выплачивала сама, но первые взносы были сделаны родителями, так что можно сказать, что машина у меня куплена за отчасти свои деньги. И это ли несчастье? Машину я пока менять не планирую, мне она очень нравится. У меня Mercedes GLA 2015 года, белая. Больше я ничего о своей машине не знаю, по-моему, у меня еще 156 лошадей, и я ее чиповала. Так что у меня чуть-чуть больше лошадей стало. Чиповала, значит, прокачала, короче. Насчет прав и автошколы, если честно, я не хочу говорить, просто скажу, что мне попался не очень хороший человек, с которым я училась водить, поэтому я эти дела не очень любила. И потом уже с папой, когда у меня появились права, каталась на его машине, чтобы привыкнуть к дороге и все такое. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, мои рассказы, вы получили какое-то удовольствие, слушая меня и попивая чаечек или кофеечек, или поедая тортик. Спасибо вам большое за просмотр, подписывайтесь на мой инстаграм, пишите в комментариях, что вы на этот счет все думаете, может быть, кто-то из вас уже водит, какие-то у вас были случаи, или, может быть, вы были в аварии как пассажир, мне все будет интересно почитать, я обычно в первый час все-все-все лайкаю, и я вас очень люблю, спасибо большое!